Да, вроде бы. Что вы делаете? Не перешкоджайте мені виконувати свою роботу. На вас кров небесна! Що ти делаєш? Ганьба! Я журналіст. Я журналіст. Що ти хочеш? Проявіть у нас. А хто ти такий, щоб я не виконував? Ну і пішов це. Вон оці. Ви голосували 16 числа, а тепер... руках за 16 число, за те законы, которые вы голосовали. Я журналист, что ты такой? Журналист. Вали отсюда, урод! Я снимаю, что ты делаешь? Снимай! Снимай! Прокомментируйте то, что вас сегодня одесситы забросали яйцами и назвали путинской шлюхой. Богдан, это были вы? Нет. Спасибо. Эмоций много. И сегодня особо из-за этого переживать нет. Я считаю, что политики все виноваты в том, что вот такая наэлектризованная ситуация в стране. Поэтому политики понимают и отгребают свое. Думаю, что к этому надо быть готовым. Хочешь идти, терпи какие-то вещи и занимайся. Ради того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, если ты понимаешь, как это можно сделать. Если можно, я добавлю буквально Богдану отвечу, потому что я тоже там присутствовала, и в мой адрес звучали такие же слова. И до этого мы были на городских мероприятиях. На мероприятиях, где собирались люди, по сути дела, то, ради чего мы сегодня сюда приехали. Это 10 апреля, день освобождения Одессы. Потому что для меня это праздник самый большой, наверное. И вот если бы эти три человека появились там и попытались сказать то же самое, то, знаете, я думаю, что все было бы воспринято несколько по-другому. Иначе, чем провокацию сегодня, политическую, профессиональную провокацию, я назвать это не могу. Ну что ж, я считаю, что уважать нужно любое мнение. Вы знаете, мы всегда с вами были представителями разных политических мнений, но у нас хватало мозгов не бросать друг друга яйцами. Ну что? Не, ну битами ж хватало мозгов избивать возле обладминистрации. Хватало ж мозгов. Ну к Николаю Леонидовичу, например. Все?
Сергей Леонидович, вы сейчас находитесь в Одессе, задайте этот вопрос. Их друзей стреляют, и они падают, их ноги выливаются на предатели, ничего не